За 20 лет у нас очень много достижений. Любой фестиваль, где бы мы ни были, куда бы мы ни приезжали, естественно, мы привозили самые главные призы. Это гран-при, первые места, золотые медали на Дельфийских играх. Почет, уважение, любовь зрителя. Дети маленькие, интересные, у них такой интересный свой детский характер, они его проявляют по-своему, сверкают глазки, улыбаются, озорные такие, живые. Естественно, зрителя это сразу завораживает, они просто влюбляются в этих детишек. Это адский труд. Дети трудятся в три пота, иначе, ну, как говорится, без труда не вынешь и рыбку из пруда. Трудиться нужно очень сильно. Чтобы попасть в основной состав ансамбля «Даймок», дети иной раз и 5 лет работают, начиная с 4-5 лет. Бывают, дети уходят даже в 10, 12, 13, 14 лет и попадают в основной состав только где-то к концу своей деятельности. Иной раз, вы знаете, долго приходится работать над одним номером, чтобы донести до зрителя то, что вот у него здесь на сердце накопилось. Но это же нужно сделать так, чтобы и зритель понимал. Есть разнообразные постановки, может, какой-то сценический, народно-сценический танец, патриотический танец, лирический танец. И, ну, и в соответствии вот с задуманной темой ты стараешься что-то вынести на сцену. Мы ждем гостей высоких, очень ждем. Для нас это очень волнительно, ответственно. Мы, наверное, сегодня будут как бы основные детские номера, потому что мы приурочили еще и к детскому празднику, Всемирному дню защиты детей. Хоть это немножечко, как бы дата уже отошла, но все-таки хотелось бы и детишек порадовать маленьких.